Пошли к нам за стол. Да пошли, не черти рогатые там сидят. Поговорим, может, поймем друг друга. А ну, мужики, освободите место. Вот там вот, посредине. Налейте ему. Это настоящий бандеровец. Ну, это наш враг на поле боя, а за этим столом он наш гость. И равный каждому. Хочу то сказать, то с серьезным, потом давайте встанем, поднимем стаканы. Каждый из нас хочет от этой войны получить свое. Кто-то хочет землю чужую завоевать, кто-то свое освободить, кто-то убить врага. Кто-то хочет славы, орденов, денег, адреналина. Кто-то хочет на танке в Киев въехать, кто-то, наверное, в Москву. Ну, у каждого своя война. А я предлагаю выпить за мир. Да, да, за мир. Потому что даже вот этой вот убитой нами курице было сегодня понятно, что мир лучше войны. За мир, друзья. За мир. За мир. Сели. П'ю за перемогу. За нашу перемогу. Ти ще скажи слава Україні. Героям слава! Ви мого сина вбили. Я вас москарі голими тихо, руками. Тихо, тихо. Різать буду, давити голими руками. Тихо, ребята, ребят. Сидіть, ребята, сядьте. Різати вас всіх буду. Саша, ти? Я тебе, Сєпар, не знаю.